Здравствуйте! В этом видео мы расскажем вам о том, что Каукалова, возможно, вернется в биатлон. Чешская биатлонистка Габриэла Каукалова призналась, что у нее возникло желание вернуться к биатлону. В апреле 2018 года спортсменка объявила о завершении карьеры. До этого она полгода безуспешно пыталась залечить травму икроножной мышцы. В интервью она заявила, что игры и ахиллы ее больше не беспокоят, боль прошла 2 месяца назад. По мнению спортсменки, этому способствовала смена вида деятельности. «Думаю, я устал от многолетних выступлений, поэтому мышцы давали мне сигнал через боль. Нужно было остановиться и набраться сил», – заявила Каукалова. «Я сама удивлена, что все хорошо. Теперь задаюсь вопросом, не стыдно ли зарывать свой талант. Так что сейчас могу сказать одно – шансы на возвращение 50 на 50. Каукалова в последние 5 сезонов перед уходом входила в тройку общего зачета Кубка мира, а в 2016 году завоевала большой хрустальный глобус. Она одержала 17 побед на этапах Кубка в личных гонках и в 6 эстафетах. На чемпионатах мира завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. На Олимпиаде 2014 года в Сочи чешка взяла серебро в масс-старте и смешанной эстафете, а также бронзу в эстафетной гонке. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!